Вітаю, в ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Сьогодні поговоримо про заворушення, які сталися зранку у справній колонії номер 51. І сьогодні в нашій студії правозахисник Алім Білалов. Вітаємо. Добрий день. Член громадської ради при пенітенціарній службі Олег Чуприна. Вітаємо. А також польський журналіст, член Союзу журналістів України і член також організації «Рутенія Мір» з 98-го року Олександр Орлов. Польський журналіст. Вітаємо. Дякую. Дякую, що ти ще прийшло до нашої студії. Дуже важка тема, але все ж таки дуже цікаво, з чого все почалося, через що стався сам конфлікт та інцидент у цій колонії. Ну, офіційним розумінням того питання, який виник, було те, що в колонії недостатньо якісним образом кормять заключених. Тобто нормативи, які були заложені ще в 1992 году Кабінетом міністра України, они не выполняются. Что это значит? Это значит, что каким-то образом Кабинет министров выделяет определенные средства на содержание заключенных. Эти средства на высшем уровне распиливаются. Заключенных кормят элементарным таким емким словом баландой. То, что есть, невозможно. И вот произошел прецедент, где очень сложным стало со свободы передать родным и близким продукты питания для того, чтобы поддерживать в качественном, ну, здоровом состоянии заключенных. И нужно понимать, что на десяток сидящих один или двое получают какие-то передачи, и он с пониманием делится с остальными людьми. Понимаете, и вот и там еще запрет произошел, мягко выражаясь. И люди просто вышли в столовую всем составом, всем тем количеством, которые живут в колонии, и потребовали качественного питания. Так им администрация не смогла предоставить ни качественного, и даже вот той баланды, которую они подготовили, они не смогли предоставить. И после этого администрация решила наказать заключенных, сымитировала побеги какие-то, заявила об этом на весь мир, сымитировала пожары. Начали, наверное, попытка была нарушить права граждан Украины, пытались их избить. Вот. И что там внутри происходило, нам только отголоски слышны. Я думаю, что там в полном объеме нарушались права граждан Украины, и прежде всего недавно голосовавших на президентских выборах. И я хочу процитировать слова из инаугурации президента Украины. Он сказал, что каждый украинец президент своего рода, и его права должны быть защищены, независимо от условий, в которых он живет или содержится. Все ж таки, по факту, за вашу информацию, сколько пострадалых в результате этого инцидента? Я не могу о численности говорить. Я видел несколько скорых машин, которые выезжали оттуда. По какой причине они заезжали, выезжали, я не знаю. По, будем так говорить, тому стихийному мероприятию, которое там возникло возле пенитенциарной системы в Одессе, было понятно, что есть люди, у которых поломанные руки и ноги и разбитые головы. Сколько человек? Была попытка через руководителя пенитенциарной системы области и этого региона войти правозащитникам, кто мог предоставить документы, и журналистам, кто мог предоставить документы и своими глазами все это увидеть. Это им запретили под предлогом, что проводятся оперативные следственные действия по происшествию, и когда они закончатся, ориентировочно 17:00, после этого возможность будет зайти в колонию и узнать, поговорить с очевидцами изнутри происходящего. Дякую, Алім. Олег Чуприна, ви як член громадської ради при пенітенціарній службі, я почув ваш меседж ще до ефіру, ви сказали, що було за декілька днів ще відомо про ці події. Розкажіть докладніше, будь ласка. Да. Я благодарен нашому члену совета Геннадию Живец, у нас є член совета. Он сегодня был переговорщиком между осужденными и силовиками администрации колонии. Действительно, началось это еще дней 5 назад. Все началось с передач. Ну, основная информация, как бы, которая существует, что там как бы были найдены наркотики. И как бы из-за этого все и началось. Ну, что сказать по этому поводу? Это очень такие сложные вопросы в отношении наркотиков, потому что их иногда заносят и сами сотрудники администрации, и наркотрафики бывают, прокладываются. Это тема такая очень длительная.
Но благодаря тому, что Гена сегодня туда зашел и вел переговоры, удалось избежать жертв. Уже был заведен спецназ, но администрация колонии шла на мирное решение вопроса. Это самое главное, это очень хорошо. І Гена попрошу, убедил. Якщо була така інформація про ці події, чи були якісь звернення у правоохоронні органи до цього ще? Які події? Ну, ви кажете, що за декілька днів вже з'явилася інформація про... Про цей трафік, так? Чи повідомляли у правоохоронні органи про це? Ви не зрозуміли. Були передачі, як це сказати, задержання передач наркотиками. Вони були офіційно задержані і перекрит как бы, доступ наркотиків в колонію. Возможно, це було причиною. Может быть, причина совсем в другом, нам неизвестно. Мы, может быть, впоследствии узнаем, в чем была вся причина, кто организовал этот бунт, потому что то, что мы видим, это не значит, что это действительно так происходит. Скажите про сам бунт, как он начался, с чего, ну, докладнее, чтобы утром, не бачили, чтобы понимали взагалі. Да, утром получилось так, что там были пожарники, и они решили, ну, когда люди начали уже возмущаться, началось с того, что пожарная машина выбила ворота, и там как бы несколько человек вроде бы, ну не то, чтобы сильно пострадали, но зацепило. Угу. Вот. Но потом все ушли из колонии, вызвали спецназ, и как раз в это время наш представитель общественного совета Гена Живец пришел переговорщиком, потому что он посещает колонию. Как и я, мы проходим туда раз в неделю, я в другие колонии хожу, проповедуем Евангелие и в то же самое время ну, выполняем общественную работу. Но я хочу сказать о главном. Слава Богу, что все решилось мирным путем. Но эти все конфликты, они всегда были и есть. Почему? Я считаю, что эту службу тюремную должен возглавлять представитель общественности, для того, чтобы не было таких конфликтов, потому что сейчас даже издали закон, который ограничивает доступ общественности в места лишения свободы. Это неправильно. Вот представьте себе, если бы Гена, наш общественник, сегодня не пошел бы туда и не решился бы этот конфликт. Чем бы это закончилось? Жертвами и так далі, і тому подобне. Ну, все ж таки, за попередніми даними загиблих у результаті інциденту немає, але немає. Є постраждалі. І серед них є в тому числі співробітники колонії. І ще є ще інформація, що, за словами очевидців, після початку бунту нібито сталася масова втеча, не менше 15 ув'язаних втекли у приватний сектор, але згодом ця інформація не підтвердилася. Я розумію. Але пожар був, подожгли бібліотеку, пожар був, і потім Гена уговорив, затащили туди шланги, і пожарників туди він завів без спецназа, потушили пожар, слава Богу, все нормально. Пожар був, люди почали хвилюватися і так далі, і тому подобне. Но почему произошел конфликт, це остається загадкою. Є ще така інформація, я дуже дякую. Олександр Орлов. В мене питання до вас. Є така інформація, що начебто ув'язнені підняли бунт через погані умови утримання. Що вам про це відомо? Та ви як польський журналіст, як представник, можемо сказати, що європейської нашої сусідньої держави, ваш погляд взагалі, в яких умовах у Польщі знаходяться ув'язнені? І що ви можете сказати про умови, в яких знаходяться наші ув'язнені? Одесский. Когда и я... украинский взагалі. Благодарю вас за вопрос. Когда я депутатом польского сейма, уполномоченным правам человека, показывал фотографии, чем кормят и в каких условиях находятся заключенные и арестованные лица в Украине, они были в шоке. Они были шокированы. Эти фотографии у меня есть в Фейсбуке. Мажен Аксель, член группы Комитета Совета Европы по предотвращению пыткам, была в СИЗО, и она сказала, что она такого не видела, Мажен Аксель. Следующее. Правила содержания нарушаются грубейшим образом. На что обратил внимание еще в начале своей каденции заместитель министра юстиции Денис Чернышов. Он сказал, основная проблема – это отношение сотрудников департамента и питание заключенных. Это основная проблема бунта всего остального. Я не согласен и не поддержу вопрос с наркотиками. Меня продержали в незаконно как политического заключенного в СИЗО 4 года 8 месяцев 18 дней. Я знаю, что это такое. В какой стране? В Одесском следственном изоляторе. Учреждение исполнения наказаний 21. Приказом
в СИЗО Одесском есть список продуктов, около 100, которые запрещены к передаче, в том числе и продукты питания молочные, молоко, кефир, сметана, творог. Даже консул Польши меня когда приносил питание это, у него его забирали, несколько раз пропустили под огромным. Они это все, то есть руководство департамента и СИЗО сваливает на то, извините за такой жаргон, что нет условий содержания продуктов, сохранения продуктов. Холодильники они забирают, холодильники нет в списке запрещенных. А холодильники когда-то стояли на каждом этаже в пятом корпусе режимном и в других корпусах. Но по приказу одного из руководителей управления Министерства юстиции, мне на 8 месяцев я приехал сюда, и мне дали маленький холодильник в камеру. Благодарю замминистра юстиции. Вся ситуация, которая сегодня произошла, я был с самого начала в 10:30 на месте. Есть достойные сотрудники в департаменте и в учреждении исполнения наказаний в 19-й, 51-й колонии, которые сообщили, что что-то нехорошее происходит. Я приехал в 10:30. Первое, что обратил внимание, это около въезда в учреждение исполнения наказаний 21 СИЗО стоит пожарная машина с бойцами. 6-7 человек. У меня есть фотографии. Время фотографии 11:02. Они открывали люки, которые были, они приехали, пожар, и приехали машины без воды, баки были пустые, они искали люки, подняли 3-4, тоже есть фотографии. То есть они приехали неподготовленные, это говорит о том, что пожар был спровоцирован. Кем и чем, не знаю. Ну, следующий вопрос. Сейчас, я попрошу, також, ну, за підтвердження ваших слів, про те, що за інформацією наших джерел, 3 дні тому в колонії під час одного з прийомів їжі дали всього 120 порцій їжі. Хоча ув'язнених втричі більше. Тобто, чи можливо таке, та як це пояснити взагалі можна? Я не зустрічав таке, но возможно таке є. Ну, як у мене є сведения із колонії сьогодні, з учреждения исполнения наказания 19, причиною такого поведения заключенных лиц было монотонные, плановые, внеплановые обыска. То есть та зарплата, которую получают сотрудники, действительно, скажем так, как мне многие говорят, почему ты не защищаешь права сотрудников, я защищаю и говорю, это неправильно, потому что они с этой целью желают получить карточки, не хочешь, чтобы тебя забрали мобильный телефон, пожалуйста, дай пополняшку. І так далі. Це була одна з причин. Дуже дякую. Благодарю. У мене, до речі, запитання якраз, тому що дуже цікава ваша інформація, скільки затриманих взагалі, і які права у тих людей, яких затримали серед ув'язнених, і чи є в них можливість якось оскаржити, відштовхуючись від тих умов, яких їх, як ви, як правозахисник. Так. Достовірно звісно, що з території 51-го лагеря вивезли 6 чоловік. Фамілії, хто вони такі, неізвісно. Куди вивезли, неізвісно. Тобто, які в них права? Ну, по суті, вони є в даний момент, якщо спільності неізвісно, в якому напрямку вони уїхали і як їх звуть. Какие у них имена, фамилии, отчество, дата рождения, эту информацию не дает никто. Вот, понятно, что о каких правах может идти речь. Их увезли, может быть, их бьют, может, пытают. Я не знаю, что с ними делают, понимаете. Какие права взагалі у ув'язнених, как они могут оскаржить умови? Все права гражданина Украины соблюдаются с исключительными моментами нахождения в местах лишения свободы. Я маю на увазі, як їм оскаржити? Їм потрібно звертатися до суду, щоб якось давайте підтвердити умови, харчування і інше. Так. Сэкономить время. Не раз передо мною стояли такі ж самі питання, і я в отчаянии начал просто писать на имя в тот еще период времени, в начале 90-х, на имя президента Украины. Это возымело определенную пользу и дело, и то, что было предписано мне, оно было скощено качественным образом настолько, насколько это было возможно в законодательном поле. Я хочу сказать, я рекомендую каждому услышать, что за права гражданина Украины дает клятву президент Украины. И он гарантирует исполнение конституционных прав гражданина Украины. Права гражданина, прописанные качественным образом от 21 по 68 статью. Каждый, кто хочет знать о своих правах, должен их прочесть, независимо от того, где он находится.
Зрозуміло. Так. Дуже дякую. Так, я извиняюсь, да, важная информация. Да, да, да. Значит, в период, когда ближайшие друзья, товарищи подъехали к колонии 51, там уже стоял наряд полиции. Произошли трения, там несколько человек были покалечены уже снаружи. И тоже были вывезены в непонятном направлении. Мне хотелось бы, чтобы продолжение этой информации, может быть, кто-то из сотрудников полиции и пенсионарной системы ответил бы на эти вопросы о содержании, о задержании, о судьбе тех людей, которые уехали, и о судьбе тех людей, которых украли, побили и украли сотрудники полиции возле колонии. Вот хотелось бы узнать, наверняка родные и близкие у каждого же они есть, пускай они посмотрят на эту ситуацию. И мне хотелось бы задать тон определенному моменту и настроению в стране, что все, что происходит у нас в колонии, все у нас отражение идет вот сюда вот. Потому что люди не доедают, они выходят на свободу больными. Эти больные, они среди нас, мы их боимся, понимаете? Но мы сами, наша система этих людей порождает. Реабилитационные процессы у нас в Украине вообще не происходят никоим образом. Если весь европейский современный мир поставил за основу человека реабилитировать, социализировать, ввести его в общество максимально полноценным человеком, то на сегодняшний день человек, выходящий из тюрьмы, из заключения, прав, не прав, он выходит поломанный, без какой-либо, ну, поддержки. Дякую. Так, якщо можна, саме Олег Чуприна хоче запитати про те, які наслідки взагалі цього інциденту і як зараз будете споглядати, дивитися за розслідуванням, за тим, щоб якось ця ситуація нормалізувалася. Ну, я хочу добавить, что реабилитационные центры у нас все-таки есть. У нас целая сеть этих центров. Я являюсь представителем как раз организации Ассоциация христианских реабилитационных центров. Мы берем заключенных после освобождения, сначала проводим с ними в колонии работу определенную. Вот. Но это как бы такой процесс. Не все хотят проходить эту реабилитацию, некоторые хотят, некоторые нет, но есть возможность реабилитироваться людям. Но этого недостаточно. Я еще раз хочу повторить, что возглавить тюремную систему должен представитель общественности, чтобы не было больше таких вот инцидентов. Понимаете, когда сильно перекручивают гайки, режим создают такой неимоверный, просто есть факты, допустим, по 77-й колонии, о чем говорили на телепередаче «Говорить Украина», если вы слышали, знаете, да, что там происходило. И до сих пор там как бы этот вопрос еще не решен. И в нашем демократическом обществе такого не может быть. Заключенный, если попал в тюрьму, он получил срок. И его надо, к нему нужен, может быть, особый подход. Но всех под одну, это же не армия, которой должны руководить силовики только и все. Тут должен какой-то быть баланс. Поэтому я и говорю, что возглавлять эту службу должен представитель общественности, который может контролировать, чтобы не было коррупции. Потому что сейчас есть жалобы даже от самих работников этой службы, что уже доходит до полнейшего такого, знаете, маразма, вот эта вся система, которая сейчас есть. Ну, просто слов нету. Поэтому какие последствия могут быть этого инцидента? Слава Богу, что хорошо все закончилось мирным путем и нету пострадавших. Я думаю, сказал, еще есть пострадали, нет убитых, есть, которые отримали травмы. В 2015 году в Хмельницком СИЗО был убит Андрей Данилюк. Да. Вот зашли 10 человек, другие из другого учреждения в масках, вывели его в наручниках, спустили в подвал, и там жестоко его убили. У того осталась семья. Понимаете, эти убийцы на сегодняшний день, они пошли по иерархии вот этой вот системы наверх, на повышение, находятся на свободе, на суды не являются, затягивают всю эту ситуацию. Ответственности никаких нет. Из 10 убивавших на скамье подсудимых двое, и эти двое идут вверх по полномочиям своим. Это что такое? Зрозуміло. Дуже хочеться ще почути підсумок вашої доповіді. Последствия этого конфликта. Секунду. Значит, я думаю, что это начнется пиариться по телевидению, везде, по всем каналам, для того, чтобы продвинуть законопроект об ограничении допуска правозащитников в колонии, которые уже подали в Верховную Раду. Угу. Это первое, что могут сделать. Уже сейчас заявляют силовики, что
воры в законе создали этот бунт и так далее. Но я не думаю, что из-за каких-то мелких наркотиков воры в законе будут создавать этот бунт. Согласитесь, да? То есть каждый гнет свою политику так, как ему удобно и угодно, да? Но мы как бы посещаем эти колонии, знаем, что там действительно происходит. Последствия какие могут быть? Я думаю, что все должно быть нормально. Потому что в администрации тоже есть люди здравомыслящие, и тот же начальник колонии, он не хочет, чтобы этот спецназ заходил. Кто организовал это? Последствия будет потом известно. Разбираться. Дякую. И да, запитання да, Олександре, да. Про те, що ви казали, про європейський захист людини взагалі і права тих людей, тих ув'язнених, яких увезли в невідомому напрямі і яких ми не можемо навіть узнати прізвище та кто они сами? Я скажу, что это была провокация, потому что лица никакие не бежали из 51-й колонии. Возьмем и будем рассуждать. Лица бежали, и вдруг они стоят, когда спецназ Национальной гвардии, спецназ департамента, спецназ полиции находится в окружении. И они вошли туда, чтобы показать, чтобы их арестовали. Нет, это было нарушение прав человека. Это было жестокое, грубое, под пытками. У меня есть на Фейсбуке это задержание, потому что еще не было телевидения, никого. И основное я скажу, что спровоцировало? Спровоцировала эта информация сугубо конфиденциальная, из Киева получена, не буду говорить людей. Командир спецназа, майор Великий Николай Юрьевич, зашел с автоматом на территорию 51-й колонии и дал несколько очередей вверх. После этого спровоцировал этот выстрел, спровоцировали заключенных. После этого приехала следственная группа, собирала все там патроны, все байки, все выстрелы собирала, чтобы это все предотвратить. Вот что происходит. Да. На сегодняшний день ситуация с пострадавшими такая, что есть водитель пожарной машины и несколько человек еще находятся в 11-й, в тяжелом травме, находятся в 11-й. То есть провокация сотрудников... Прошу? В 11 лекарне. В 11 лекарне. Это спровоцировало людей, естественно. И правила содержания, где собирают у них дань. И так у людей нет денег на свободе, у родственников. И питание, которое они получают, это питание, которое выбрасывается. 80%, 75%, например, в учреждении исполнения наказания 21, вследствие СИЗО, выбрасывается и отдавалось свиньям. Слава Богу, после Алены Порошенко все это было отдано компании, которая якобы был договор о содержании свиней. Это все замыливание глаз, извините, пожалуйста. Вот это основное. Не соблюдается правило кормления лиц. Питание правило, питание, содержание. Это основные причины бунта. И этот я нехорошие скажу слова. Это порождает и убийство. И это ждет Украину. В России мы молчим. В России это очень на свободе. Мы разумеем. Добре. Благодарю вас. Дякую за то, что пришли до нашей студии. На жаль, эфир вычерпан уже. Да. Еще раз представлю гостей. Это правозахисник Алім Білалов, польский журналист Олександр Орлов та член громадської ради при пенітенціарній службі Олег Чуприна. Дуже дякую, що прийшли до нас. Дуже важка тема. Ми розуміємо, що потрібно якось наводити порядок в цьому. Ми зараз спілкувалися про бунт у колонії номер 51, де сталася пожежа на території. Та, ну, треба, підбиваючи підсумки, сказати, що ми говорили про погане ставлення до арештантів. Мене звати Дмитро Богомолов. Ви дивились студію «Репортер». Залишайтеся з нами.